В Унцикульском районе Дагестана бойцы специальных подразделений уничтожили троих боевиков. Инцидент произошел в воскресенье утром в селении Майданское. В ходе проверки документов находившиеся в одном из частных домов бандиты открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов. Дом, где засели боевики, блокировали, местных жителей эвакуировали. В ходе боя один сотрудник полиции погиб, трое получили ранения различной степени тяжести. Боевики ликвидированы. В настоящее время активная фаза спецоперации продолжается.